Доброго всем времени суток, с вами Тексер, и я таки дождался, чтобы Эгрес заработала. Выполняйте задания, собирайте артефакт, хорошо, убивайте врагов, побеждайте в королевской битве. Сейчас пойду и всех победю. Вот, и вроде как у них заработало. А, слушай, да мне даже пофигу, чем играть. Давайте исследователями. Или что это? Нет, смотрите, нормально. Я выберу, нет. А как же в определении, к кому я отношусь? Мне все похрену. Ну, помните, меня там тестили в прошлой серии. Я вот такой вот юный пожарник я, да. Открываем сундук, что тут есть? Тут все есть. Я взять все, взять все, прекрасно. Восстановление стамина и ветка. Немного увеличивает живучесть и защиту от физических атак. На этой выброшенной прибоем ветке наросли странные зеленоватые кристаллы. Похоже, контакт с ними оказывает укрепляющее воздействие на человеческий организм. Поместите в слот. Ща. Поместю. Так. В слот. А, в слоте. А это надо слот, нет? Расходуем предмет. Ну, хорошо. Статистика, карта. Карта есть, статистики не вижу. Я в команде следователь, тут еще есть бандиты, наемники, гвардейцы. In progress. Хорошо. Raid started. Закрыть. Хорошо. Raid start. А игрушка тогось. Не хочет. О, все, пошел. Я не знаю, что произошло с ней. А вот мы на улице. Найти артефакт. Где-то там внизу. Все. Так, кстати. Настройки. Я в прошлый раз, когда показывал видео, я только потом, когда просматривал, обратил внимание. Вот. Надо что-нибудь? Нет? Сохранить, да, сохранить. Я бы не сказал, что что-то изменилось. Погнали. Похоже, в игре один я. Поэтому сейчас пойду, осмотрю артефакт. Я не знаю, мобы-то тут есть. Как-то прям... Чё? Никого. Рейд начался, никого. Вот мой негритянский пожарник стоит с куском трубы. Я вообще офигеваю. Ну, я что-то сделал. А это мне маршрут точечками, да, крошечками такими. Мне кто писал в комментах, странная игра. Я полностью согласен, игра даже больше, чем странная. Не, возможно. А что там светится? Я хочу это. Открыть сундук. Что тут? Эр. А, я что-то не могу взять. Так, закрыть. У меня две ветки одинаковых. Не могу взять. Хорошо. О, ты кто такой? Иди отсюда. А я тебя в прицел возьму. А в прицеле ты труп. Сковородка. Он меня бьет сковородкой. Офигеть. Ты культист чертов. Сейчас, погоди. Сдохни. Фу. А чего из этого у нас? Вот это, наверное.
И у нас пошла восстанавливаться кровушка наша. Хорошо. А у меня покруче ничего нету. Вот такая вот штука есть. Ногой буду бить. Каратист или погулять вышел. В общем, там где-то нас ждет мешок. И мы это на время делаем, да? Ладно. Игроков нету. Уё! Вы стали жертвой жизненных обстоятельств. Соглашусь. Октопус Рифт. Давай, давайте, оживите меня. Вот такой Октопус Рифт. Где тут валяется мой труп рядышком? Я же могу все это собрать. Активировать пожитки. Да. А веточку. А. Вот так. У меня же три слота. Ну, погнали. Что делает Октопус, я не знаю. Вот меня крошечки ведут куда-то. А, вот это что ли? Активировать. Лифт приехал. Хорошо. А, тут рычаг нам не нужен. Глазки светятся. Красавчик. С осьминогом на голове. Ох ты, чертов культист. Стаминки-то у меня не очень, да? А культисты-то у меня двое. Погодите, а это игрок, что ли? Там какой-то игрок, похоже, бегал. Давайте скафандр возьмем. Интересно же. Так, меня вот тут. Давайте на Ко высадимся. По-моему, там был игрок. Давайте высаживайте уже. Фу, чуть не свалился. Кто я, где я, зачем я? Не, нормально, кто? Бултых, да? И шмяк. Окей. Куда-то надо выйти из этого всего. Куда? Как? Зачем? Хрен его знает. Куда-то. Так, погнали. Нам куда-то туда. Вот это игрок. Или кто это? Не знаю. Как-то странно пушка работает. Культист. Сдулся. А вот тут сюда надо было прийти. Ждем. Ну, эксплорер один я. Скафандр. Стою. Такой напузник у него странный. Вот необходимость брать прицел вымораживать неимоверно. Убьет же сейчас. Нет, я справился. Кислородик себе включил. Подкачку. Ух. Madness Returns. Безумие возвращается. Куда возвращается? Чего возвращается? А как эти козябры умудрились до меня добраться? Я же внизу их бил. Они тут и ко мне сверху пришли. Пойду-ка я вниз. Я, может быть, свой трубчик соберу. А там здоровьишко было. Так, так стамина тратится. Ага. А, я должен, не знаю, что-то собрать должен, наверное. Еще чего-то собрать. У меня наверху пропало все. Даже не знаю. Так, меня вроде тут где-то били. Пожитки. Я еще скажу раз, все меньше. Но, ладно. Я... Так, куда мне? Мне нужно к тому сундуку. Вот ты кто? У меня кончилось сразу и здоровье,
И все. Так. Звон. Demon Hunter. А давайте Demon Hunter, интересно. А мне сюда. Вот тут я на самом деле ни хрена не забыл. Давайте я вот на R появлюсь. Я один на сервере, никого нет. А, смотрите, мне не положено, не положено. Мне больше не положено ничего. То есть, что я с тобой взял, то взял. То мое, а остальное хрен-то там, по всей рыжей морде. Погнали. Способность ETF стрелять, да? Ну и чё? А вот так, да? Хорошо. И пошла перезаряжаться. То есть это разовая такая тухлая способность. Ок. Ну, честно скажу, я не знаю. Вот кто-то играет когда-нибудь. Там вообще какие-то люди в таблице-то были. Вот они были. Новый сезон стартует через несколько дней. Тут даже какой-то счет у них есть. Сезон вот. Я не знаю, что это будет. Как это вообще? То есть я тут бегаю, но понять, вон мои крошки. Не, сюда куда-то. Тут нет никакого лута. Убивать меня довольно легко. Тут нет. Давайте посмотрим. Тут нет экипировки как таковой. То есть я не могу переодеться. Там, броньку одеть. Ёлки, темно. Так, вот там что-то светится. Ай. Ага. Здравствуй за текстуре. То есть тут все. А это сундук был. Во. Это уже лучше. Лечиться мне пока не надо. Не надо. Тут. Ну что, правда еще пособрать? Да не. Сундук вот был и все. Так, крошки, видите меня. Я сейчас, блин, миссию-то выполню. Ага, хорошо. Сундук. Во. Норм. Где брать имущество всякое, я понял. А где мои крошки, я так и не понял. А вот они ведут меня дальше. Ведут меня буераками. Ну такая небольшая аренка. Кто это? Это люди вообще? Это может быть боты? Я не знаю. Ну непись это может быть, нет? Это где-то бегают. Судя по всему, встают, а тут я один. Ну, одного я уделаю. Двух уделал. Одного. Так, бегать. Бегать. Только бег меня спасет, ёлки. Всё хреново-то. Давай, здоровьишко, здоровьишко, наполняйся, наполняйся мне. Моё здоровьишко. Тут меня ж уделают тут. О, блин, отвяжись от него. Фу. Каким-то чудом ушатал. Ладно, пойду схвачу. Это не игроки были. И у меня какую-то воду там указывают в стороне. Видите, волны на карте. В правом верхнем углу как бы. Ну, пойдем захватим. В конце концов, я же начал захват. Я всех победю. Так, давайте мы еще выпьем. Вовремя.
Проблема в том, что я убежать от него не могу. Я могу крутиться, только... Вот так могу. Фу, я прицел снял, теперь могу бегать. Ёлки. Здорово. То есть, когда я его в прицеле держу, я могу только бегать вокруг него, обломись. Я отмахался? Не пойму. Отмахался. Но долго это не продлится. И еще одного я не осилю. У меня просто лечилки-то нету. На последнем сундуке меня что-то караулит тут, почем зря. Но вроде предыдущий прогресс засчитывается. Та-дам. Ну что, последнюю осталось? Какой-то щит. Holy shit. Ладно, бежим. Здоровьюшка как не было, так и нет. А что тух-тух-то? Сердце у меня там постукивает. Оу, смотри, что-то побежало. Ну, у них манера поведения бестолковая, это не игроки. Но драться не хочу, у меня здоровье... Оно восполняется, да, вроде бы. Восполняется, постоянно посмотрю. Нет, больше не восполняется. Так, вон круг этот. Теоретически я могу туда пройти. О, деритесь. Точно, деритесь. А я на победителя. Угу. Один остался. Нет, два осталось, слушайте. Ну, ботяры же дерутся-то. Ну, не игроки. О! Ты кто такое? Ушатал. Мне хоть что-то за это давали. Так, я без здоровья побегу туда, да. Я орел. Главное свалить вовремя, если что. Так, это что это такое? Синее. А что оно мне дает? А, ничего мне не дает. Ну, я надеюсь, захвачу. Вроде никто не бежит. Ой, звуки. Ха, пошли в пень. Пошли в пень. Да, друг за другом погоняйтесь. Ага. Захват идет. Ой! Ушатали. Но тут у них прям свалка. Я надеялся, что у меня захват пойдет. Кстати, самый крепкий персонаж, похоже. Я надеялся, что захват пойдет, и я смогу захватить таким макаром. Не, ни хрена. Не, ну может они игроки все-таки. Хотя бы что-то безымянные. Не понимаю. Так, о. Надеюсь. Защита от магических атак. Ну, хорошо. От атак, так от атак. Ничего там нету. Он какая-то хрень пробежала. Беги, беги, хрень. Мне не туда. Мне сюда куда-то. А, вон туда. И там мой трупчик лежит, но в нем ничего хорошего нет. Аквалангист чертов. Иди дерись с кем-нибудь. О, как вас много. Да видите. Да куда ж вас столько-то? Друг с другом деритесь. Чего он мне отдался-то? Я вам нафиг не уперся. Вот тут вроде спокойно. Фу. Ну ладно, отмахался. Ну там еще вода.
Морлок. Чертов. Там еще водолаз. Я говорит. Он, смотрите, а? А ведь ко мне бежит. Или не ко мне. Еще одно, да сколько ж вас. На меня осталось раз чихнуть. Мне просто уже интересно. Я когда последнюю эту фигню захвачу. Не, он ко мне. Все. Ну, я выстрелить успел. Что у нас тут? 1200, слушайте, он поздоровее. Не чувствует усталости. Здорово. Ну, давайте. Трупаки от не валяются. Причем, а где моя... Вот тут, по-моему, да, круг-то? Ну, пойдем. Буду не чувствовать усталости. Так, у меня новый человек. Мне можно что-то выдать? Не можно. Слушайте, прям вот. В этом плане сурово. Один раз взял, все, больше не мои. Было бы вот еще интересно, а интересности и нету. Привет, чувак. А, то есть могу даже не целиться его, ушатывать. Ну, пойдем посмотрим. А, усталость я типа не чувствую, у меня резист. Что там за термос, я даже не знаю. Даже не знаю, что там за термос у меня. В способностях лежит он. Вот этот. Это топор кинуть. Это я уже пробовал. Ну чё, танки пришли. Да бей ты её уже. Я же усталости не чувствую, как. А вот двое фигово. А почему вы все против меня деретесь? Какого хрена? Смотрите, они все против меня дерутся. Между собой? Не. Между собой не дерутся. Все против меня. Ладно, давайте вот этого снова. Я просто хочу этот щит захватить. Ну блин, ну интересно же. Вроде последняя будет фигня. Пусть с ботами, но я по крайней мере пойму, что тут надо. Ну, к чему все это ведет. А я по сути бесконечный. А смотрите, из воды вылез. Какая-то черепуга там внизу пропадает. Видимо, там яд в воде. Но просто я так смотрю, тут... Они бесконечные мобы-то. А смотрите, бежит. А он еще бежит. О, правильно, беги от меня, Лизард. Чтоб тебе. Я до сих пор не верю, что это игроки. Ну не может быть. Игроков имена будут. Смотрите, сколько их тут. Ай. Ну хоть эти между собой дерутся. Ладно. Ну, они почти кончились. Повторяемся. Блин, я их замарю. Это последняя серия по данной игре, потому что, ну, я видал к такому возвращаться, конечно. Вот, но мне просто интересно, чем все закончится. Вот, вот хаб. А, я сквозь туман прошел, вот он, я там зеленый был. Ну-ка. Не. Тут таким не добудешь. Мне бы лекарств, конечно. Я понимаю, что я, если побегаю по домам, я найду сундуков, наверное. И, возможно, у них будет лекарство. Ну, черт, столько врагов. Ну, это долго. Кто-то ж бегает. Там взмах топора был не просто так. Ладно. Угу, аквалангист ушел. Никто не охраняет. Хорошо был.
О, конечно. Смотрите, сколько их. Я, конечно, надеюсь, что они там будут драться, и меня никто не тронет. Но вы верите в это? Я нет. Половину захватил. Нормально. Меня нету. Лежать. Ну, с тобой тоже справлюсь. Вот так вот. Отвалите. Let's battle begin. Что? Что я должен сделать? Какой battle begin? Water rising. Вода поднимается. А. Ну, меня тут сейчас и выпилят. Все, выпилили. То есть надо запустить сколько? 4 вот этих хреновины. Точка респа пропала. Ладно. А, и сужается поле. Да, все. Привет тебе, королевская битва. Ну вот все, все теперь понятно. Как это работает. А что, вода реально поднимается? Я просто поставлю, посмотрю. Что там? Дайте я убегу. Чертов скафандр. Ушатал. Я убил майнера. Ну, блин, бот. Презренный бот. Так вода поднимается реально? Или как? А, да. Вон ступеньки она затопила пристань. Вода поднимается. Темнота наступает. Darkness там, видите, сходится. Darkness is coming. Waiting. А куда мне тут пунктир-то светился? Ха! Привет, бракозябры. Сейчас зарежу еще товарю кого-нибудь. А че они тут стоят? Нет, возможно, тут вариант такой, что все-таки это игроки, которые без ников. Ай, тетя. Азазас. Нет. Хуй. Что ж такой бестолковый-то? А, ну да, ему уж прицел стоит. Вот он и бестолковый. Так, по-моему, штук на меня пытается. Айть! А ничего так? Рейд старт. Хрен вам, не рейд старт. Давай, давай, снаряд, перезаряжайся. Не, деритесь там. А я чувствую бесконечное. А я на победителя. Куда-то я не туда пальнул, да? Так, давайте посмотрим, а что тут у нас? А вот ты лоханулся. Так, я успел. Чумной мечтатель. А темнота продолжала спускаться. Так, сюда. Смотрите, это трескается, сволочь. Так, я могу топор метнуть, а он у меня останется при этом. Да пофиг, что мы теряем. Опа! Ну ладно, это топором укушенная ты. Меняется все. Ну чего, нас сегодня утопят или как? Или что вообще произойдет? Что, кто-то подходит? Нет. Нет, никто не подходит.
Привет тебе, Гвардиан. Твоя битва окончена. Ты можешь лишь наблюдать за безумием, охватившим твоих врагов. Какое безумие? Ну боты же. Ну не игроки это. Ой, а что это я? Смотрите, какой я красавчик. А? Какая красотища. Йо! Пожарничек. И ведьма с сковородкой. Но при этом это не игроки. Final Battle began. Смотрите, они тут респятся и выходят. А темнота уже прям вот нас кружила, да? Да, смотрите. Ну, я просто выбежал за край. Ну, типичная королевская битва, поле сужается. Вот, ну что ж, мы все посмотрели. Да, можно сначала начать. Мы все посмотрели. То есть сначала надо 4 контрольных точки заюзать, захватить флаги как бы. А потом начинается королевская битва, где все друг друга мочат. А что, это и есть две этапа игры? Сначала разобраться с загадками, из-за которых тут все сошли с ума. А потом, соответственно, всаживаются исследователи. Ну, как в описании. Я уж подзабыл, что там было написано, но как-то вот так. Ну, слушайте, ни прогресса персонажа, никакой прокачки. Ни там топорик себе покрасивее найти. Я, конечно, понимаю, что, может быть, вот это вот открывается постепенно. Work in progress, понятно. Ай, какой лизард. А, то есть вы без имени. Может, и я там не Тексером был, а Демон Хантером. Может, это все-таки были игроки? А друг друга они не били, потому что они были на одной стороне. Может, это правда игроки, а не боты? Ну, вообще, для игроков они себя странно вели. То есть, там у многих дистанционное оружие, но в меня никто не стрелял. Вот этот, он не пытался дышать кислородом там. Хотя, может, я этого просто не вижу. Хрен его знает, в общем. Что сказать? Сыро. Непонятно и не особо интересно. Я вообще оптимистично достаточно к играм отношусь. То есть не стремлюсь там пинать индюшатину и так далее, но, блин, господа, вот это хрень. Я не думаю, что кто-то в это будет играть. Ну так, не знаю, вечерок побегать можно, если бы оно было бесплатное. Вот, просто, ну, что-то новенькое посмотреть. Не более того. А на этом все. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите.